Всем привет! Я только вернулась с почты и пришла моя долгожданная посылка с AliExpress. Я заказывала себе машинку для вырубки. Ну, а также забрала пару мелких посылочек с AliExpress. Ну, у меня тут заказывала скотч вот такой вот. Я, конечно, его по себе заказывала не себе. Я заказывала его мужу, для что приклеивать экран для телефона. У нас старший сын сломал, но это не важно. Но так как потом он узнал, какая у него толщина, и он отдал мне. Но я так думаю, что я себе, естественно, им попользуюсь для скрапа. Вот такой вот скотч. У меня тут, по-моему, здесь у меня 0,2 и 0,5 сантиметров. Вот он идет как раз такой вот толстенький. Он, по-моему, у него сама вот эта вот толщина 0,8 миллиметра. Ну, буду пользоваться сама. И мне тут пришли долгожданные братцы, которые я заказывала еще в апреле. Сегодня у нас 2 июля, они только пришли. Хотя я уже открыла спор, и мне вернули уже деньги даже. Вот такие вот братцы я заказывала. Цветный набор. Ну, я количество не помню. Вот такие вот небольшие. Цветные тут разные оттенки. И тут вот как металлические. То есть белые, черные. По-моему, бронза и серебро. Сейчас откроем. Покажу, какие. Не одни черные. Белых вообще мало. Такие вот небольшие. Так, ну и самое главное, что пришло, это как раз долгожданная моя посылочка. В одном из видео прошлых я рассказывала, что я заказала себе ее, но я заказала сначала не эту себе, именно, которая там должна быть, по крайней мере, я еще ее не открывала, а заказывала себе ее, которая подешевле. Та стоила 1300 с копейками, и плюс потом мне продавец написал, хотя у него была бесплатная доставка, продавец мне написал, что надо заплатить там 2 или 3 доллара за доставку. Но я думаю, зачем я буду платить, и я в итоге отказалась от этого. Ну, сказала, чтобы мне вернули деньги, потом мне вернули деньги. Но вернули деньги, мне очень долго возвращали деньги, наверное, дней 10 или 12. Ну, я прочитала, в принципе, что это нормально, как так долго возвращают деньги. Но я долго думала, другого продавца заказала вот эту машинку для вырубки. Она стоила 1800 с чем-то, и плюс я там 2 или 3 доллара, короче, грубо говоря, 160 рублей я, по-моему, заплатила за доставку. Ну, я уже потом смирилась с этим, заказала, думаю, что придет, то придет. Ну, давайте ее откроем. Потому что вот та, как раз, которая подешевле, самая дешевая вообще машинка, она приходит вообще в такой, я смотрела, просто в коробочке, и там даже ничем не защищена. Ну, в принципе, это тоже видно, что она помятая коробка. Просто пакет без пупырки. И сейчас ее открою, посмотрю. Так, что у нас здесь? Да, я тоже читала, что ложит силиконовый вот такой вот коврик. Две пластины. И сама машинка. Господи, какая она миниатюрная. Но довольно-таки тяжеленькая. Так, ну и все тут. Коробка. Вот. Единственное, что плюс, что когда вот такую машинку заказываешь, что вот хотя она в коробке, но она все равно в такой вот как бы упаковке, знаете, как для яиц. Что вот так вот все равно она как-то при транспортировке все равно безопасность у них хоть какая-то есть. А там совсем вот такая картонка, и то половина идет как бы пленкой такой. Знаете, как игрушки вот упаковывают, некоторые упаковки. Вот такая вот коробка. Так, ну коробочку саму убираем. И что у нас здесь? Сейчас мы будем ее... Я ее распечатаю и покажу.
так машинка, значит, выглядит. И тут такие вот две пластины, они в принципе вообще одинаковые. Они без... Господи, вспотел. Сюда же запотел. Они без надписи идут. Но тут все равно какая-то даже царапинка. Вот есть такая небольшая. Ну, это ничего страшного. Так, вот такой вот коврик. Хотя коврик вот он идет незаявный. Знаешь, что некоторые продавцы ложат его. Так, ну и вот такая сама машинка. Здесь, ну, здесь что-то написано. То есть, где она и как. Что-то продукт. Вот такие вот как бы просиликоненные у нее эти. То есть, она довольно-таки... Стоит устойчивый, так вот открывается. Ну, там как два барабана. Итак, начнем пользоваться. Честно, даже не знаю, как. Точно правильно знаю, что надо делать бутерброды. У меня есть как раз вот два ножика. Два ножика с AliExpress. И один у меня от Scrapberries я заказывала недавно, вот в прошлом видео показывала. Так, бумага у меня, значит, какая есть. Ну, для начала, наверное, попробуем бумагу, которая... Где у меня тут бумажка-то была? Какую-нибудь самую тоненькую. Ну, вот такая вот у нее бумажка есть. Она, по-моему, где-то 140 или 150 грамм на метр. Вот сейчас мы ее попробуем. Так, значит, на одну ложим бумагу, сам нож. Вставляем бутерброд и прокатываем. Боже мой, я так боюсь, потому что она так пластину загибает. Вы посмотрите только на это. Я боюсь, что я еще сломаю. Так, сейчас я разберусь и вернусь к вам. Итак, девчонки, я ее все-таки прокатила. Но она так ее загибает. Я не знаю, конечно, так должно это или нет. Я туда маленько вот сдвинула. Естественно, остаются следы. Но вот это у меня с двух прокатов. И то есть все равно вот этот вот момент не прорубает до конца. Не знаю, давайте еще раз уже при вас сделаю. То, может, мне это так кажется, но нет, все равно видно, что вот здесь вот у меня как раз не дорубает нож этот. Вот такая веточка получается, но все равно вот именно вот здесь вот видно, вот как раз не дорубает. То есть это надо подрезать. То есть я уже 4 раза его прокатала, и в одном и том же месте он не дорубает. Но получается вот такая вот красивая веточка. Это из простой бумажки. 150 грамм. Так, это у меня был вот такой нож. Давайте второй такой же тоже попробую. Но уже попробую, допустим, на более плотной бумаге. Делаем бутерброд. Главное не перепутать пластины. Сейчас посмотрим, как он вырубается с первого проката. Ну вот тоже с первого проката вот здесь получается не дорубает. То есть это надо вот... два раза точно.
Ну, так можно оторвать, но все же. И аккуратно вытащить. Вот такая вот вырубка получается. В принципе, такие вот очень красивые веточки. Так, далее. У меня есть бумажка, вот как раз мне приходила для эскизов. Давайте попробуем. Кстати, мне тут вообще влезет? Нет, влезет. Вот такой вот маленький листик. Два раза прокатала я этот листик. Сейчас мы посмотрим. Не подготовила я иголочку, даже никакого шила, как обычно, вот достают. С второго раза сразу вырубает. В принципе, ничего такого сложного. Я не знаю, почему некоторые говорят, что с первого, со второго раза. Два раза быстро туда-сюда прокатал. Вот, вот такой листик получается. Это бумага 200 грамм. Плотная. Так, надо большой попробовать. Вот такой. Такой тоже у меня с AliExpress. Вот большие, почему-то она так прям вот тяжело идет. Я вот боюсь, что она треснет. Вот именно с большими ножами. Очень тяжело идет. Маленькие ножи как-то прокатываются быстрее и лучше. То есть с двух раз туда-обратно, но видно, что он не до конца прорубил. Сейчас попробую еще раз. Нет, он все равно не прорубает. Вот видно эту часть. Он нет. Листик этот не хочет прорубаться. Сейчас я его очищу и покажу, как получился. Девчонки, ну что я могу сказать? Вот так вот он прорубает. Это я 6 раз его прокатала, этот нож. То есть я вот это вот уже это... То есть оно не до конца вырублено. Вот с той стороны. Вот видно. Такой красивый листик, но не прорубает. Не знаю, еще буду пробовать. Но это у меня на бумаге 200... Сколько? 230 грамм. То есть это плотная бумага довольно-таки. Так. И у меня остались еще попробовать ножи. Вот такие вот от Scraberies. Но я один нож точно знаю, что он не прорубит нормально. Так как у него... Вот видно. Сейчас будет вот с этой стороны, оно, видите, тут как бы чисто идет, а здесь вот прям уголочек, он залит краской, вот так вот видно лучше. Ну, не знаю, сейчас попробуем. Так, попробую я вот на этой бумажке, которая 200 грамм. Да, на которой на 200 грамм у меня вот эта бумага. Я сейчас попробую на ней. Первого раза тоже не прорубает.
Так, я оставлю так, еще раз попробую. И со второго раза, вот о чем я и говорила, такая бабочка. И теснения тоже никакого нету. Но оно есть там еле-елешное, вот если присмотреться. И то даже не видно на камеру. Вот так вот не прорубает. Что-то у меня сегодня прям вот день, знаете, день расстройств. Так, сейчас я попробую еще одну бабочку сделать, другую. Прям ждала эту машинку. Сразу прокатаю два раза. Так вот получается, но теснения как такового вообще практически нет, вот только по уголкам по этим сторонам вот такой вот тоже не так, скажем, я рада. Ну, надежда на последний нож. Я уже бумагу беру довольно-таки неплотную, но все равно. Ну ладно, сейчас я взяла 180 грамм бумага. То есть 200 грамм даже она не подходит для некоторых ножей. Такая бабочка. Даже чуть-чуть видно это теснение. Но это 180 грамм. То есть тоже не сильно мне как бы так и понравилось. Вот такой у меня обзор получился сегодня. Это все мои такие вот небольшие покупочки с Алиэкспресса. Братцы, да, мне братцы понравились, машинка мне, в принципе, тоже понравилась, но она такая не миниатюрная, в принципе, для первого времени мне пойдет. Единственное, что, да, с Алиэкспресса у меня как бы не очень такие пришли ножи. Вот этот маленький нож, он хороший, вот эти два тоже неплохие, в принципе, можно. Вот этот нож, да, он подвел, он делает вырубку, но не качественную вырубку. Вот эти три ножа от Scraberis, это деньги на ветер, но благо, что это стоит не так дорого, всего там они 115 рублей, по-моему, стоили эти ножи, но все равно 115 рублей даже все равно в мусорку. Ко мне идут еще ножи с Алиэкспресса. Как будут приходить, я, естественно, покажу. Девчонки, напишите, для чего вот этот силиконовый коврик. Ну, я, в принципе, так понимаю, что это, походу, тоже, как бы, может, для по-моему, либо для теснения, либо для вырубки. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.